правда ли оригинальная машина? И не беда, что она уступает в размерах некоторым из своих винтокрылых собратьев. Конструкторская мысль придала ей ряд других замечательных качеств. Но все по порядку. Моторы. Их у вертолета два. Расположены они по бокам кабины с учетом максимального удобства при их осмотре, ремонте. Мощность каждого из двигателей 325 лошадиных сил. Лопасти винтов. Таких вы не встретите пока ни на одном вертолете. Выполненные из стеклопластика, они исключительно прочны, имеют практически неограниченный срок службы. Несущая система надежна и не требовательна в эксплуатации. В пилотской кабине летчика обеспечен максимум удобств. Разнообразное навигационное оборудование и средства связи позволяет летать в самых сложных условиях. Но основное достоинство вертолета – его универсальность. В этом он не имеет себе равных. Целое семейство различных приспособлений может крепиться к его раме. Здесь и аппаратура для распыления или разбрызгивания химикатов, грузовая платформа и пассажирская кабина. Монтаж навесного оборудования предельно прост. Занимает минимум времени и производится в обычных полевых условиях. При работе с ядохимикатами устанавливается воздушный фильтр, исключающий попадание вредных веществ внутрь кабины. Возможность заправки бункера при работающих винтах – одна из конструктивных особенностей этой машины. Для своих размеров К-26 обладает завидной грузоподъемностью. В сельском хозяйстве дает гораздо больший агротехнический эффект, чем использование наземной техники или самолетов. Под действием мощного потока воздуха от несущих винтов листья растений покрываются химическим веществом с обеих сторон. При заполнении бункера сыпучими химикатами к нему крепятся раструбы распылителя. Сельское хозяйство получило еще одного надежного помощника с внешностью стрекозы и трудолюбием пчелы.